дал флешку, 4 ничьи, там все были сильные, и Клере, все, то есть, там очень сильная команда кидает. Сергей Анатольевич, добрый день. Как успехи в Московской областной шахматной федерации? Самый главный успех, что с 1 сентября буду шахматным школой в начальной школе в Московской области. Это самый главный успех. У вас, я знаю, прошло какое-то большое совещание по поводу шахмат в школе, по поводу организации и так далее. Какие-то были решения? Ну, оно было не одно, а ранее, которое было, там как раз уже определили, как мы это будем реализовывать совместно с Министерством образования Московской области. Сколько примерно школ? Там точно скажу, 1301 школа. А у вас в Ростовской области сколько было? А там 1118 школ. То есть обходите, да? Да. Ну правильно, каждый этап нужно превышать чего-нибудь такого. Удачи!